Ну что, друзья, всем привет! Вы снова на канале в гостях у Жорика. И, как всегда, мы специально сегодня собрались в нашей прекрасной компании, чтобы снять для вас специальный выпуск. А в гостях у Жорика сегодня непростой человек. Сегодня мы немножко отойдем от традиции, буквально немножечко совсем. Привет, друзья! Сегодня у нас будет очень интересная серия с очень интересным гостем, который ответит на все ваши вопросы, которые вы чаще всего задаете в комментариях. Приветствуйте! Привет, друзья! В кои-то веки приятно поговорить с интересным, интеллигентным человеком. Да, здравствуйте! Здравствуйте! У наших подписчиков накопилось определенное количество вопросов, на которые я бы сейчас хотел попросить вас, чтобы вы ответили. Будьте добры, будьте любезны. Итак, первый вопрос. Какое любимое блюдо у Жорика? Любимое блюдо, ну, я думаю, что то вот пирожки с вишнями, которые готовила бабушка. Кстати, нужно обязательно на канале их повторить. Пирожки из духовки, вот внутри с вишнями, а вишни из деревни. Я до сих пор помню вот тот вкус этих вишен. Он просто незабываемый, да. Второй вопрос, будьте добры. И теперь второй вопрос. А съемка какой серии Жорику запомнилась больше всего? О, на этот вопрос есть однозначный ответ. Вот прям стопроцентный. Я думаю, что все подписчики наши согласятся с тем, что колдуны вот в зимнем лесу, когда мороз был минус 15, и у нас яйца на лету замерзали, вот прям вот это было круто. По-настоящему, по хардкору эта серия запомнилась больше всего. Всегда для колдунов нам нужно добавить вот три яичка. О, вот так. Три яичка. Буквально немножко совсем. Вот так. И есть еще один вопрос, который нам задают чаще всего подписчики. Кто спонсор канала и кто вообще участвует вот в канальной движухе? Сколько человек входит в команду? Друзья, у нас нет спонсора на канале. Мы все снимаем своими силами. Команда из трех человек. Я, оператор и друг нашего канала Игорь Анатольевич. И мы втроем своими силами снимаем весь контент, придумываем все сценарии, постановки какие-то минимальные. Что-то такое. У нас команда из трех человек. Четвертый вопрос, будьте добры. И еще один немаловажный вопрос. Что же будет на вечеринке на 10 тысяч подписчиков, когда канал в гостях у Жорика наберет 10 тысяч подписчиков? Ответьте нам на вопрос, что же будет на этом событии? О, на вечеринке на 10 тысяч подписчиков, друзья, у меня вопрос вот такой к вам. Скажите, а как вы думаете, какое блюдо больше всего вы хотели бы отведать? Когда мы соберем 10 тысяч подписчиков, я планирую устроить грандиозную вечеринку в гостях у Жорика, куда мы пригласим всех наших самых дорожайших, наших самых горячо любимых подписчиков, которые больше всего писали нам теплых комментариев и дружелюбно настроены к нам. Напишите, что по-вашему было бы лучше всего приготовить нам на 10 тысяч подписчиков. Я бы, например, предлагаю сделать фирменные шашлыки от Жорика, вот, которые все пробовали, от которых все без ума. Как вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Так, слушаю дальше. Многие подписчики спрашивают, как попасть в гости к Жорику. Как попасть на съемки? Вот как попробовать ту самую вкуснятину, которую вы готовите? Как к вам приехать так, чтобы в гости напроситься, там прошмыгнуть, пролезть как-нибудь возможно? Какими способами можно попасть в гости к Жорику? Как попасть в гости к Жорику? Друзья, элементарно. Напишите в комментариях, что вы хотите попасть в гости к Жорику. Пришлите в наш телеграм видео презентация о себе, кто вы такой, чем вы занимаетесь, чем вы интересны, чем вы выделяетесь, и мы с удовольствием обсудим то, чтобы пригласить вас в гости на съемки программы в гостях у Жорика. Друзья, и еще один немаловажный вопрос, который очень беспокоит наших подписчиков. Кого бы Жорик хотел пригласить к себе в гости, вот, чтобы какую личность, либо персону какую-то. Вот Жорик прям хотел бы, чтобы этот человек пришел к нему на передачу и вместе с ним что-то приготовил. О, вот это, кстати, очень актуальный вопрос. Я хотел бы пригласить в гости на канал в гостях у Жорика Павла Зиброва. Я, друзья, думаю, что... Напишите, кстати, ваше мнение по поводу Павла Зиброва. Как по мне, вот такой дядька, и если он придет в гости к нам на передачу, так и что, я буду счастлив. И вот Павло Зибров... И Михаил Михайлович Поплавский.
О, вот это две личности, которых я очень хотел бы увидеть в гостях в нашей программе. Друзья, а как, что думаете по этому поводу вы? Напишите в комментариях. И давайте договоримся так. Вот как только мы набираем 10 тысяч подписчиков, я уже как окрепший такой немножко блогер смогу написать Павлу Зеброву, чтобы он пришел в гости к нам на канал. Так что поделись этим видео со своими друзьями, и мы быстрее наберем 10 тысяч подписчиков, и я смогу написать Павлу Зеброву или Михаилу Поплавскому. О, да. Так, слушаю дальше. Друзья, ну и в принципе на этом наши вопросы исчерпаны, они закончились. И единственное, что, Жорик, возможно, есть желание задать вопросы какие-то нашим подписчикам, о чем-то поинтересоваться, на что-то, может быть, какие-то мысли. Вот, пожалуйста, пользуйтесь минуткой. Да, кстати, пользуясь случаем, хочу спросить у наших подписчиков. Друзья, а напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть на нашем канале больше. Вы хотите видеть экспедиции наши, либо вы хотите видеть приготовление блюд у мангала, у костра, шумной компании, либо вы хотите видеть видео вот с такими приключенческими сюжетами, как мы снимали до этого про черных петухов, либо вы хотите видеть видео более атмосферные, где мы вот за столом, как примерно здесь в таких условиях, стоим и что-то готовим, типа как на импровизированной кухне. Вот очень хотелось бы поинтересоваться у вас и услышать ваше мнение по этому поводу, что вы думаете. Напишите в комментариях, а мы обязательно к этому прислушаемся, поверьте, друзья. А теперь мы переходим к розыгрышу 50 баксов. И для того, чтобы соблюсти всю честность всего мероприятия, мне понадобится рефери. Итак, друзья, вот и наступил тот самый торжественный момент, когда мы выберем нашего победителя, человека, который написал самый креативный, самый приятный, душещипательный, берущий за душу комментарий под предыдущим видео. И чтобы выбрать победителя, мне, естественно, нужен помощник, потому что одному читать неинтересно. И для того, чтобы выбрать самый интересный, честный комментарий, так чтобы это не полагалось только на мое мнение, я пригласил специально человека-эксперта по духовности Игоря Яковлевича, который поможет мне составить компанию в том, чтобы выбрать самый интересный, по нашему мнению, комментарий. Итак, мы заходим в YouTube и начинаем, друзья, выбирать комментарии. Сейчас 17:42 по киевскому времени, мы останавливаем уже официально наше голосование. Заходим к нам на канал. Игорь Яковлевич, открываем комментарий. Вот, смотри. 74 комментария на данный момент. И начинаем вот с первого, который набрал 11 лайков. Серхтоби написал. Серхтоби. Очень позитивный канал, Жорик. Идешь в гору потихоньку, но уверенно. С бородой все правильно, главное, делаешь классный контент, стараешься и вкладываешь душу, ну и радуешь, конечно, своих подписчиков, а это круче всего. Первый комментарий. Второй комментарий. Жорик, Сус, Димон и Саня, однозначно вы красавы. Жарьте мясо на мангале. Жорик наш, Хименес, браво. Процветание твоему каналу, дорогой, желаю тебе 100 тысяч подписчиков в скором будущем. Третий комментарий. Жорик, очень прикольный формат видео, пишет Барго 2408. Жорик, очень прикольный формат видео, молодец, разнообразил контент. Так держать, лайкос. Так, по скриптам. Я однажды также жарил сосиски, только на сухом спирту. В роли мангала была банка. Вот. Следующий комментарий пишет Антон Воробей. Смотри. Жорик, ты топ. Всегда после тяжелого дня захожу, смотрю, и настроение поднимается. И у тебя, как всегда, душевный контент. Я практически все твои видео посмотрел. Даже научился многому, продолжая в том же духе. Спасибо, Жорик, за отличный контент. Написал Антон Воробей. Так, классные видосы заходят на ура. Под еду душевная компания друзей. Хорошие идеи. Написал Илья Тудей. Следующий. От ваших видео тепло на душе. Спасибо, вы делаете этот мир лучше и счастливее многих людей. Быть добру. Так, это написал у нас Бобр Борский. И Афродита пишет.
Ролик замечательный. Смотрю, потому что мне очень нравится Дима. Жаль, что он не отвечает на сообщения в Инстаграм. В такой компании получается невероятно веселый трэш. Позовите еще товарища с укулеле. Это Камрадика. Камрад наш дорогой. Игорь Яковлевич, есть пока какие-то комментарии, которые тронули? Не все трогают. Все трогают? Да. Душевно? На данный момент, да, душевно. То есть подписчики... Да, любят, видно, ну как бы не местно любят. Вот нравится этим людям. Это приятно, да, согласен, да, со мной? Да. Смотри, идем дальше. Я так. Все отмечаю, этих людей. Конечно. Все правильно. Скорпион пишет. Это непередаваемо. Двигайтесь дальше. Уверен, это только начало. Жорик, смотрю тебя с первых твоих влогов. Вижу твою доброту, человечность, честность. В отличие от многих блогеров, ты никогда не говоришь о себе свысока. И это импонирует. Оставайся самим собой. Здоровья тебе, чувак. И респект тебе за твои теплые ролики. Роман Гладуш, огромное спасибо тебе за такой комментарий. Это на самом деле, ну, очень круто и очень приятно, то, что ребята нам пишут такие вещи. О, вот тут уже... Вот тут... А как это, дорогой супер Жой? Румата Санский. Видишь, тяжелая артиллерия пошла. Я стар. Настолько стар, что суперстар. Дорогой супер Жорик, ты знаешь, что у твоих настоящих зрителей есть традиция сходу лайк? Так вот, хотелось бы отметить, что в эту зимнюю пору твои две бороды греют душу, как камин, какао и теплый плед. Ты наш Дед Мороз. Сусанин и Димон давно стали новогодним украшением этого стола с контентом. Пусть так дальше и будет. Радуйте и грейте нас как можно чаще. По скриптам. Всем, кто это читает, с бородой на лице, без бороды в делах. С наилучшими пожеланиями в наступающем 22-м. По скриптам. Прошу этой вселенной конца этой неприятной эпидемии. Вот написала нам Румата Сански. Натурал не натуральный. Так написано. Сусанин со своими позитивными вибраторами улучшает энергетику пищи. Не буду фантазировать, скажу как есть. Для меня это идеальное соотношение юмора вашей компании и кулинарного шоу. Отличный контент для просмотра за обедом. Игорь Яковлевич, как вам комментарии? Столько много, я просто их всех не запомнил, но там сначала душевные такие тоже были очень красивые. Жорик классный, да, чел. Да, я вижу, смотрит. Ролики у него позитивные. Поэтому будем читать. Да. Очень качественный видос с топ-гостями, с топ-смешными моментами, которых я смеялся полчаса. Как мы сейчас, видишь, все возвращается. То есть сначала человеку сделали добро, а теперь человек сделал добро нам. Теперь мы вот посмеялись. И смотри, пишет, что реально смотрю из-за этой темы готовки только тебя. Ведь у тебя очень качественный видос с топовыми гостями, со смешными моментами, от которых я смеялся вот так. Мне кажется, твой канал – это что-то особенное, и я желаю тебе и этому каналу процветания. Да, хейтеры есть, но мы их задавим своим позитивом. Просто надо кайфовать, а не искать в тебе или в канале какие-то недостатки. Уже жду следующий ролик. Вот, смотри. Обрати внимание, что вот этот комментарий, ну, вот он почему-то нас именно больше всех, да, пока зацепил, пробрал? Пробрал, да. Пробрал. Согласен? Поэтому вот этому комментарию мы пока, друзья, Роман Мартиросов, пока ты на первом месте. Итак, друзья, переходим к награждению. Мы перечитали все комментарии, и по нашему мнению, второе место занимает кто? Как бы вы думали? Наверное, сэр Тоби.
Игорь Яковлевич, озвучьте нашим подписчикам, кто занимает второе место. Сэр Тоби. Сэр Тоби, ты занял второе место. Я пишу. И мы дадим тебе контакт. Отпишись мне в Телеграм. Под каждым видео есть ссылочка. Мы дадим тебе контакт Димы Литвинова. Ты идешь с ним в Чернобыль. Я тебя поздравляю. Ну, а первое место... Тяжело, очень тяжело. Очень тяжело нам удалось, ребята. Ну, очень тяжело, потому что мы такое количество комментариев перечитали. Вы просто тебе не представляете. Но, по нашему мнению, первое место... Первое место занял вот этот человек, я думаю. Согласен? Роман Мартиросов, да. Роман Мартиросов, я поздравляю тебя. Ты занял первое место в нашем конкурсе, оставив самый вообще пышный комментарий, который с Игорем Яковлевичем... Ну, вот мы решили так. Вот он вызвал у нас самые яркие эмоции. Поэтому мы отдадим ему первое место. С удовольствием. Потому что мы на него отреагировали. Это было не наиграно, а по-настоящему, друзья. Так что... Поздравляем Романа Мартиросова с 50 баксами, Игорь Яковлевич. Я отметил, вот. Отлично. Отлично. И сам Роман заслужил. Мартиросов. Он заслужил. А второе место у нас получает сэр Тоби за свой замечательный комментарий. На этом, друзья, позвольте поблагодарить всех вас за внимание. Пожелать всем вам счастья, здоровья, долгих лет жизни, успехов, Игорь Яковлевич. И побольше подписчиков. Да. И побольше подписчиков, друзья. С наступающим Новым годом. Под новогоднюю елочку. С вами был Жорик. Мы разыграли только что 50 баксов. И в путешествии с Димой Литвиновым в Чернобыльскую зону отчуждения помогал мне Игорь Яковлевич, за что ему большое спасибо. Мы перечитали все комментарии. Они были все очень трогательные, друзья. На самом деле было очень приятно, то, что вы пишете нам такие вещи. Я благодарю каждого, кто участвовал. Благодарю каждого, кто писал каждую буковку в своем комментарии. Поверьте, друзья, мы это ценим. Всем спасибо. До свидания.